Так, распаковка новой партии салфеток. Анализ. Сейчас будем проверять это все дело. Упаковки вакуумные, герметичные. Судя по состоянию, полиэтилен более плотный. Ну и, в общем-то, вакуумация чуть-чуть более плотная. Это очень хорошо. Вскрываем пачку и будем тестировать. В качестве испытуемого у нас будет просветляющая поверхность вот этого объектива. И будет у нас салфеточка накидываться сейчас на лопаточку. И будем использовать, как обычно, нашу жидкость для анализа. Давайте проверим. Задача проверить, не оставляет ли после всего, после смачивания с этих, как его, следов. Ну и, судя по всему, не оставляет. Отличное качество. Друзья, это очень хорошее качество. Супер. Теперь другая сторона. И я сейчас буду проверять здесь качество. Все так же берем света побольше. Салфетку на лопатку. Жидкость на салфетку. Отлично. И просветляющая поверхность. Отлично испаряется без всяких остатков. Супер. Значит, новая партия салфеток просто супер. Претензий к ней нет. Итак, набор у нас теперь будет оснащаться салфетками, как и прежде. Но, конечно же, в набор у нас идет спринцовка. Поэтому пришло у нас 400 вот таких спринцовок. Они точно такие же, как и были цветные до этого. Только будут черные и с желтыми носиками. Это точно такие же с обратным клапаном спринцовки. Очень хорошо дуют. Имеют длинный носик и очень удобно в работе. Также их текстура немного другая. То есть она точно такая же, как и на цветных. Вот. Но она гладкая. Видите? На ней видно сейчас пыль, потому что их еще нужно чистить. Так что перед каждой сборкой набора будет, конечно же, производиться очистка спринцовок. Расходников, как всегда, на высоком уровне. Меня очень радует эта партия. И, в принципе, каждая партия, которая проходит, она проходит сначала мою, скажем так, экспертизу. Если она не пройдет ее, то, в принципе, нет смысла и торговать ими. То есть, была как-то партия однажды, покупал ее, и она, в общем, оставляла прямо на просветляющей поверхности следы после смачивания жидкостью. Такой вариант, конечно же, нам не нужен. Вот. Ну и, в общем-то, этот вариант очень радует. И спринцовочки тоже очень радуют. Ладно, что, в ближайшее время у нас будет стрим. И на стриме я буду уже рассказывать про наборы. Так что не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить информацию по стриму, по наборам. И в ближайшее время мы, наверное, сделаем 235 штук. Потому что у нас есть как раз материала на 235 наборов.